Есенин в юбке – так называют знакомые и друзья Людмилу Катукову, автора 5 поэтических сборников. Песни на ее стихи исполняются оркестром Краснодарской филармонии «Виртуозы Кубани». В прошлом году поэтесса отметила 40-летие своей писательской деятельности. Является участницей всероссийских, краевых и городских фестивалей и конкурсов авторской песни. Сочинительство – это такой процесс, что он приходит совершенно неожиданно и совершенно в разное время. За мной еще в детстве ходили, записывали изречения какие-то. Самое главное место в квартире – личный кабинет. Там хранятся все дорогие сердцу книги, грамоты и черновики ее стихотворений. В настоящее время Людмила работает в гимназии, отдает свои знания детям, воспитывая в них чувство любви к родной земле и прививая стремление к чистоте русского языка.